26 октября в зале Волгоградской консерватории имени Серебрякова состоится вечер памяти трех святителей – хранителей духа, культуры и веры. В мероприятии примет участие доктор церковной истории, доктор богословия, профессор Московской духовной академии, протоиерей Владислав Цыпин. Отец Владислав – специалист по истории Русской Православной Церкви XX века, без которой, как отмечают организаторы, невозможно понять историю России того трагического периода. Но это было время и великих людей, которые служили Богу, сохраняя Матерь Церковь. В их числе святители, потрудившиеся на Волгоградской земле. Митрополит Гурий Егоров, архиепископ Пимен Хмелевский, митрополит Иоанн Вендланд. Именно они будут героями вечера, хранители духа, культуры и веры. Начало в 18 часов.